приветствую самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на YouTube «Вокруг Крыма». Ребята, этот ролик будет самый информативный, самый информационный, самый интересный и самый полезный. Потому что я, как вы заметили, не в Крыму, приехал в соседний регион, а это Краснодар, по работе, по делам, и хочу вас немножечко... Хочу вам немножечко рассказать, показать, объяснить, потому что последний ролик наш из Краснодара очень много вопросов набрал. И хочу популярно все объяснить. Так, первый ответ. Как я проехал мост? Ребят, проехал за 4 минуты. Я подъехал, быстрый осмотр. Ехали вдвоем с девочкой, она, ну, попутчиком у меня была. Ехала в Краснодар тоже, и уже высадил ее. И едем, ну и приехал в Краснодар. Просмотрели быстро все, чик-чик-чик-чик-чик, осмотрели. Она со своей, с рюкзаком, да, пошла, прошла, ну, ленту досмотр и все. Ровно 4 минуты ушло на то, чтобы мы в 6 утра, да, 55 минут мы заехали, 55 минут. 5:55 подъехали к мосту, и в 5:59 мы уже прошли досмотр, и уже одна минутка, и выехали на трассу. Все, как бы самое главное объяснил, 4 минуты. Потом, я, все как бы знаете, да, мы планируем в ипотеку взять недвижку в Краснодаре. Почему в Краснодаре? Жить я лично не планирую переезжать жить в Краснодар. Недвижку иметь хотелось бы, взять в ипотеку, но пока немножко опасаемся, то все, нет стабильного дохода. Есть много нюансов, которые мы изучаем, которые мы проходим. И самое главное, не лохануться. Лично мне надо хороший район, качественный добросовестный подрядчик. Мы хотим брать уже новострой. Потому что новострой прям хорошо сейчас в ипотеку дают. Есть определенные условия, определенные требования к ипотеке. Я все вам расскажу подробненько попозже. И вот я сегодня целый день решил посвятить этому мероприятию. Илоночка осталась дома, доверила это все в надежные руки. И сейчас вам все буду рассказывать и показывать. Я приехал сразу в район Светлограда. Мы уже с вами уже здесь были. Уже я вам его показывали, мы с Илонкой. Как развита инфраструктура, да, это красивые высокие дома, это детские площадки, это тренажеры, это стоянки, это все-все-все, что нужно, там и спортклубы, и магазины, и аптеки, там все-все-все, что нужно, все есть в этих районах. Есть определенные топ несколько районов, ЖК, то есть, который добросовестный, как бы застройщик, добросовестная вся инфраструктура хорошая. Почему Светлоград? Мы рассматриваем западный обход. Так. Почему Светлоград? Во-первых, ну почему-то мы здесь жили, мы здесь уже ходили, гуляли, нам здесь очень понравилось. Тут и садик свой, там школа, не знаю, есть, нет, вроде бы тоже есть. Садик точно есть, потом стоянок куча, потом магазины близко, потом вся инфраструктура близко. И это все находится на западном обходе. Я еще хочу несколько ЖК проехать, посмотреть, вам показать. И главное, я вот хорошо, что я связался с этими ребятами, ипотекафри.ру, да, вот которую ссылочка будет в описании к видеоролику, где вы можете оставить заявочку, если вы хотите в Краснодаре прикупить недвижимость. Ребята вам конкретно, хорошо, доступно все объяснят. Если вы решите приехать посмотреть, они вас встретят, покажут все, объедете там, какие ЖК вам интересуют, каких застройщиков, все-все-все. И все условия по ипотечным кредитам, по ипотеке, все-все-все я вам расскажу подробно в видеоролике. Если вам будет интересно, не переключайтесь. Если вам реально это интересно, если нет, ну нет, напишите комментарий, что я козел и так далее и тому подобное. И именно район, нам нравится этот район, западный обход. Это идет дорога вот за этими домами. Я вам позже ее покажу, трасса. Она будет, во-первых, расширяться. Там будут запускать новую трамвайную линию, троллейбусную линию. И полностью вся инфраструктура будет мега расширенная, мега. Дальше у нас еще есть ЖК «Самолет»,
Потом еще сейчас, я вот сейчас сразу не вспомню, потому что спешу, волнуюсь, чтобы не лохануться. Вам лишнего не наговорить. Ну все, тогда не переключайтесь. Я буду стараться вкратце и подробно вам рассказывать, показывать. Так, и я здесь до утра. Квартирку вам уже эту показывал. И еще покажу. И буду не раз показывать, потому что это та квартира, в которую мы влюблены. Заходим, разуваемся. Чистенько, светленько. Кровать. Шкаф. Окна. На баскетбольную площадку. Супер. Телек. Кондиционер. Ребят, номер телефона, потому что многие приезжают в Краснодар. Номер телефона. Так, сейчас. Я вам обязательно оставлю под этим видеороликом. В описании. Прямо вот здесь сейчас плывет. Балкон, где я любил сидеть, кайфовать. Я не помню, что я тогда коньячок пил на этом кресле. Оставлю здесь вам номер телефона. Вот прямо вот здесь вот внизу под видеороликом сейчас плывет большими буквами номер телефона непосредственно хозяйки. В описании к видеоролику будет и ссылка на Авито, и номер телефона тоже будет. Если кому интересно, пожалуйста, заходите. Класс. И сейчас уже поедем. И санузел. Офигеть. Раковина. Мне она так нравится, кстати. Все есть. Полотенчики всегда. Все есть. Посуточно можно ее снимать. Душевая кабинка очень удобная, приятная. Все можно снимать. Все можно кайфовать. Все можно делать. Ну, я имею в виду ничего не портить, конечно. Телеки, все есть. Так что, кому интересует квартирка в аренду посуточно, когда вы приезжаете в Краснодар, мне, кстати, писали в комментариях, не могли дозвониться, я сам не мог дозвониться, пришлось найти другое объявление девушке и позвонить через другое объявление. Так, в целом все замечательно. Так что рекомендую для проживания. Здесь я второй раз. Илоночке тоже эта квартира понравилась. И, кстати, друзья к нам в гости приходили, и им эта квартира тоже очень понравилась. И потом еще ихние друзья здесь жили. Супер. Супер-пупер. По поводу, почему я именно здесь квартирку снял, и мы ее снимаем, потому что вот дом, и вот сразу в минутной доступности, в шаговой доступности Магнит Семейный. А что главное? Западный торговый центр. Самое главное — это продукты купить, водичку и все остальное. Там мясо есть, всякие магазинчики маленькие. Но самое главное — Магнит. Приятные цены, свежий товар. Минутной доступности. Вот. Вот и все, вот и все. Очень удобно. Очень. Так что, если что, пользуйтесь номером, услугами хозяевов квартиры. И тоже останавливайтесь тут. Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24/7. Вайбер, WhatsApp, Telegram. С нами надежно и комфортно. Так, и в этом районе Светлоград, ЖК Светлоград. Замечательно, в этой зеленой аллее среди расположились как садик, детский сад, как школа. Понимаете, в каждом районе школы и садик. И почему Краснодар, вот реально, он номер один лидер в России по переезду? Потому что здесь всегда круглосуточно развивается инфраструктура, вообще город весь расцветает, весь чистенький, посмотрите, просто приятно походить. Климат — это два, даже я бы сказал, климат — это номер один, потому что это, во-первых, коммунальные платежи ниже, это здоровье больше, да, когда вы живете на северах, холодах, где нет солнца, где одни дожди, снега, льды, морозы, это одно, да, а здесь, где солнышко, зелени куча. Краснодар очень зеленый город, очень классный.
приятный, уютный, комфортный, удобный. Кто бы там ни говорил, в основном краснодарцы вот не любят это говорить. Вот слышите, детский смех. Детей как бы много очень. Школа уже закрыта на каникулах, но факт в том, что все есть. Ух ты, шпицуля. Смотри, какой шпицуля постриженный. Привет, а у меня зики есть тоже. Так, ребят, смотрите, мега огромная стоянка. Она идет, ну я русским языком скажу, хрен знает куда, и заканчивается хрен знает где. На, я не знаю, тысячи, наверное, машин. Вон еще два дома от Светлограда, ЖК Светлоград, вот эти светленькие. Они самые-самые, вот их недавно только сдали в эксплуатацию. И уже, скорее всего, новые жильцы радуются там. Но я думаю, там еще куча квартир свободных есть. Теперь смотрите, какой вид открывается отсюда. Ну, школу я вам показал, садик показал. И на весь Светлоград. Посмотрите, какая красота. Да, райончик нам этот зашел. По поводу ипотеки, какие у нас условия. То есть сейчас на сегодняшний день очень много программ. Есть и молодая семья, есть там разные программы. Но наша, у нас программа получается, первоначальный взнос надо 15%. Надо определиться с квартиркой, которую мы уже хотим, которую мы потянем. Но в среднем цена однушки около 4 миллионов. Первоначальный взнос надо как бы 15% сделать. И ипотечная ставка 7,7%. Хотя банки могут рассматривать для вас, вот, если у вас там есть материнский капитал, первоначальный взнос могут рассматривать как материнский капитал. У нас, к сожалению или к счастью, материнского капитала нет. Это уже дальше жизнь покажет, к сожалению или к счастью. Так, еще один нюансик, который все спрашивали, почему вы сразу от застройщика не возьмете. Ребят, можно от застройщика взять квартиру, можно выбирать там и у застройщика все в отделе продаж, это все оформить. Но никто, как говорится, да, каждая лягушка хвалит свое болото, никто вам не скажет. Плюсы, минусы, плюсы только назовут, минусов не скажут. И вот почему мы связались, ну не то что связались, а познакомились с этими ребятами ипотека фри, они говорят открыто за все плюсы, за все минусы, за все ставки, за все платежи. Вестись на какие-то ноль, ставка 0,009, 0,01, там, это все не то. Все это уже потом вылезет. Они как бы математическими действиями своими нам все объяснили, что они вылазят в большую-большую потом сумму, за которую вы переплачиваете большие деньги. И, кстати, все грамотно нам рассказали и объяснили. Этот район посмотрели, какие здесь плюсы, какие минусы. Сейчас еще один ЖК посмотрим. Самолет, потом немецкую, это спортивную деревню посмотрим. Спортивную деревню, да, вроде бы. Ну, короче, следите, сейчас все вам покажу. Я не знаю, я балдею с этих домов, конечно, очень красивый, комфортный, уютный. Тем более мы снимали квартиру в подобном доме, вон там вот, дальше где-то. И нам очень понравилось. Ребят, ну, приехал теперь посмотреть спортивную деревню. ЖК «Спортивная деревня». Немножечко напоминает район Юбилейный, конечно, вот именно своим внешним видом. Красные дома. И тоже очень много плюсов здесь. Дома не такие высокие, как в Светлограде. Но здесь качество постройки другое. Индекс энергосбережения другой. И тоже развита инфраструктура, конечно. Я вот сейчас как бы не вижу таких там, как там, магазины, спортклубы. Может быть, они где-то есть, но зато площадки все есть. Район еще развивается и развивается. Да, красотень. Конечно, это не наш Крым, где все еще осталось так себе. Вдалеке от цивилизации, можно сказать. Всегда, когда приезжаем в Краснодар с Илоночкой, всегда кайфуем, отдыхаем, как бы попадаем в другой мир. Кстати, вот узнал, что тоже очень много людей с материка, ну, я имею в виду с материка, с центральной России, северной там всякой части, да, приезжают, там
от недвижки избавляются, сюда попереезжали и просто счастливы. Просто кайфуют, отдыхают. Ну, у многих там осталось, и тут, и там. Некоторые туда-сюда ездят, вот ребята из ипотека Free, общаются с ними. Кстати, они очень много лет на рынке, знают все плюсы, все минусы, работают со всеми застройщиками, со всеми подрядчиками. Даже рассказали некоторые лайфхаки, где можно поторговаться с застройщиком, где можно от подрядчика взять, там цена немножечко другая, будет приятнее. За наличку, за полную стоимость. Не обязательно ипотека. Ипотека — это когда люди уже вот хотят вот взять в ипотеку. Но это тоже хорошее вложение. И почему вкладывают сюда деньги все, ну, многие в Краснодар вкладывают деньги? Потому что недвижимость реально растет. Просто бешеным, как бы сказать, геометрической прогрессии. Сегодня, если цена 4 миллиона, через год она будет уже 5, потом 6, 7. Ну, я вам говорю, когда все развиваться будет, когда дорогу расширят, когда троллейбусную линию сделают, трамвайную линию. И опять же, везде чистенько, все ухожено, велодорожечки есть. Для детей всякие заманухи-развлекухи. Так что, очень-очень все интересно. И вот пока время у меня есть, чисто заехал с вами погулять, пока до работы. Ну, не немножечко времени, но есть. И все вам показать. И самое главное, ребят, самое главное, Краснодар — это один большой плюс. Это солнечное, это климат, погода, климат, зелень, все, растения, просто тоже природа хорошая. Сейчас здесь еще молодые деревья, да, растут, потому что ЖК новый, как бы, да, ему не 10 лет, не 20. Скоро все вырастет, вон березка стоит, елочки, кустики всякие, все есть. Красота, западный обход. 42/3, корпус 3. Ну, красотень. И стоянки. Вот если у нас вот со стоянками в Крыму большая проблема, то здесь я смотрю, проблем вот в этих новых развивающихся районах города проблем нет. Это уже все учтено. Везде школы, садики, ну я вам все говорил. Так, теннисные корты даже есть, ребят. Большой теннис. Это не надо где-то идти в аренду, там снимать поле, платить бешеных бабок. Ракетки, мячик и поиграли в теннис. Здесь мини-футбол, баскетбол. А, и мини-футбол. И еще один из сотрудников вот этого компании Ипотека Free брал в этом ЖК комплексе квартиру 3 года назад. Ребят, 1 670 000. 1 670 000. На сегодняшний день эта квартира стоит 4 миллиона рублей. Это опять же связано с большим скачком, что цена была, да, там за эти 3 года. Вроде бы не планируется таких больших скачков, но все же, да, как бы стабильности в недвижимости нет, и недвижимость надо иметь. И почему вот мы хотим тоже попытаться вложиться. Нам бы еще, конечно, стабильный доход, но мы побаиваемся. Ну, сейчас нам все расскажут все фишки, все плюшки. Я хочу тоже от вас, может, вы мне подскажете что-то. Ну, красота, красота. Так, и еще большой-большой плюс спортивной деревни, в деревне, ЖК спортивной деревни, в Светлограде я такого не видел. Вот дворы полностью, они освобождены от автомобилей. Все стояночки находятся отдельно. Вон одна стояночка, вот вторая стояночка. То есть, если у вас детки, они могут смело кататься на велосипедах, на роликах, на чем угодно, на самокатах. И вот дошел до конца. Посмотрите, еще развивается район. Это ЖК «Облака», насколько мне известно. Дома тоже уже или сдались, или вот-вот сейчас на днях будут сдаваться в эксплуатацию. Дальше развивается еще, пойдет, как его, спортивная деревня. Второй этап пойдет строиться. Здесь, вот посмотрите, сколько всего сейчас строится и развивается. Просто обратите на это внимание. Тоже хорошие застройщики. Вот этот вот, что мы сейчас с вами видим, если мы потом еще приедем с вами, они, у них по декларации, они должны сдаться летом, третий квартал 24 года. Но они вроде бы идут с опережением, и вот через год летом уже должны сдать в эксплуатацию.
всем выгодно быстрее построить, быстрее продать. Так что, если вы еще сомневаетесь, я бы на вашем месте, если есть у вас бабосики, вложить в недвижку, я бы вложил. Это у нас он что-то печально с этим. Но мы то ищем, что-то выискиваем, что-то думаем, решаем, чтобы тоже запрыгнуть в этот поезд. Главное, чтобы не в последний вагон. И хотя бы в последний вагон тоже можно. Так, ребят, попал еще в один из топовых ЖК. Называется «Самолет». Тоже очень большие, хорошие, красивые, качественные дома. А благоустроенная территория. Новые дома. Здесь вообще фонтан, шезлонги, лавочки, скамейки. Качели. Вы знаете, да, как я обожаю качели. О! Жаль, у меня во дворе нету такого. И почему еще мы обратились к этим ребятам? Эти ребята профессионалы. Именно вы поняли, да, какие? Ипотека фри. Они помогают открыть ипотеку. Они знают все законы, все нюансы, все плюсы, все минусы. Все знают. И это, еще раз хочу сказать, все там говорят платно, платно. Нет, ребят, они бесплатно занимаются, они имеют свои определенные вознаграждения от прямых продавцов недвижимости, от застройщика, от подрядчика, от всех, кто продает. Просто вам они честно, откровенно говорят, где лучше взять. Они вас выслушивают, вы говорите, что вы хотите, где хотите, для чего хотите, как хотите. Они вам все эти нюансы расскажут, покажут. И не просто расскажут, еще и покажут. И вы смело уже сможете сделать свой выбор осознанно, владея всей полной информацией. Ребята на рынке около 12 лет, в районе 12 лет, да. Знают все нюансы, вплотную работают со всеми застройщиками, со всеми подрядчиками. У них нет стимула, как говорят, да, каждая лягушка хвалит свое болото. Как застройщик напрямую, если вы берете, связываетесь, он будет хвалить только свои дома. А они вам дают объективную оценку, они коренные краснодарцы, они знают весь рынок здесь, все нюансы, я вам еще раз говорю. Они грамотно считают вот эти все процентные ставки. Возможно, еще мы можем попасть на 5,5% ипотечной ставки, да? Но вроде бы как 7,7%. Ну, посмотрим. Посмотрим, будем все смотреть, все мониторить, келешевать информацию. Илонка хочет в Краснодаре жить, я не хочу. А недвижимость для того, чтобы ее сдавать можно, да, как-никак взять там в ипотеку оформить, плюс в аренду сдавать, и уже даже можно этим и оплачивать ипотеку. Ну, ремонт еще стоит. То есть, ну, есть все нюансы, вот все нюансы узнаем, все показываю, все рассказываю. Потому что для многих это реально полезная, интересная информация. Не просто, что там, да, там пальцем в небо, а все по фактам. Ну, такой хорошенький райончик «Самолет». Вот сейчас я Илоночке все это покажу, она все это увидит. Ну, хотя она и так знает. И уже будем что-то думать, что-то гадать, выбирать. Все плюсы и минусы записал. Я вот хожу, все записываю на аудио, на видео и так далее и тому подобное. Так, ребят, еще подземная парковка. И над подземной парковкой, под парковкой, то есть над подземной парковкой, смотрите, расположилась замечательная детская площадка. С озеленением, с домиками, всякими лазилками для детей, с лавочками для родителей, с качельками, совсем-совсем. Вон сколько, видите, детки сидят и отдыхают. Тут играют, самолеты кидают, видите, ЖК-самолет и пускает самолет. Ну, классно, классно здесь. Красота. Тоже лавочки разные. Я бы даже сказал, это какой-то... У нас даже парков таких нет. Какие здесь площадки. В Крыму.
Представляете, даже нет таких парков. Ну вот из-за этого Краснодар номер один. Впереди планеты всей, можно сказать, по продаже недвижимости, по переселению, по развитию жизни и так далее и тому подобное. Я вот хожу, сейчас гуляю и поражаюсь. Масштабы этой застройки просто поражают. Смотрите, огромный-огромный ЖК-комплекс. И решили, я решил вам показать, еще найти сейчас отдел продаж. Я там на карте видел, меня туда навигатор вел именно к отделу продаж. Может быть, есть какой-то макет такой, как вот мы в Гурзуфе видели. Там есть ЖК-комплекс. Посмотреть в миниатюре. Офигеть. Класс. Да. Счастливые люди живут здесь. Счастливые. Так, ну все, переместился в отдел продаж. И чтобы вам наглядно показать, какого масштаба будет этот район, этот ЖК-самолет. Посмотрите, здесь и храм свой будет, и ставочки, озера, сейчас с той стороны поближе подойду. Всякая инфраструктура, развязки, стоянки, озеленения очень много. Парки, смотрите, сами парки будут. Вы просто это посмотрите, какой огромный район. А что если у кого есть желание жить в Краснодаре, вы можете смело обращаться к этим ребятам. Просто даже как минимум, если вам что-то непонятно, что-то хочется узнать, даже за консультацией. Ссылочка будет во всех описаниях, ипотека.ру, в комментариях, в закрепленном комментарии, ипотека фри. Смотрите, вот дома, вот они, дома идут, дворы все, смотрите, какие. Класс. Вот эти, смотрите, озера какие-то, ставки, амфитеатр, здесь аллея, парки все, просто посмотрите. Молодой человек, а в каком году планирует полностью завершить все? В каком году планирует все завершить? Середина 25-го. Середина 25-го года. Весь вот этот комплекс, середина 25-го года, ребята, осталось всего лишь полтора года. Даже два, можно сказать. Все, уже середина 23-го. Смотрите. И, кстати, здесь очень многолюдно. Многие уже стоят в очереди, покупают себе недвижимость. И вот здесь. Да, красота. Я такого макета еще нигде не видел. Прям мега-мега крутой. Ребят, сейчас мне дали любезно брошюрку. И реклама еще идет. Квартира просто с ремонтом. Не просто с ремонтом, а еще с мебелью и техникой. То есть, если вы находитесь где-то далеко и сами не можете прийти облагоустроить квартирку свою, это все могут сделать за вас. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. И вот здесь экранчик, как все строится. Ну что, ребят, на этой доброй ноте заканчиваем наш видеоролик. Я уже в Крыму, в Симферополе. Кстати, по поводу проезда в сторону Крыма. 40 минут ушло времени. 8:10 ровно мы подъехали. И 8:50 мы выехали. То есть, когда из Крыма ехали 4 минуты, максимум 5. Ну, там плюс-минус, если секунды считать. Это я в точности вам говорю. А здесь получилось 40. Так что это говорит правильно, что в Крым едут людей больше, чем из Крыма. Это факт. Да, был в Краснодаре. Плюс еще, помимо того, что разбирался с ипотеками, с недвижкой, узнавал все эти нюансы, да. Плюс еще встретил подписчиков из ЖД вокзала.
Краснодар привез на ЖД вокзал Симферополь. Встречают их здесь. Приехали в Ялту отдыхать, кайфовать, не бояться, не испугались никого. Как бы говорит, нас не угрожали. Нам и на работе коллеги. Вот эти вот перепуганные люди. Да, и это самое. Сейчас. Я просто здесь в Симферополе на перекрестке, чтобы нигде ничего не накосячить. Ребят, я стараюсь смотреть внимательно. Вот сейчас меня тут пропущу, то чуть меня не въехали. Ну все, на этой доброй ноте заканчиваем наш видеоролик. Надеюсь, он вам понравился, был полезный. Вы можете поделиться со своими близкими, родными, родственниками, друзьями, знакомыми. А я отправляюсь в Судак. Все, ребят, целую, поцеловал, обнял, приподнял, расцеловал. Все, всем пока-пока.